Привет, друзья! Что сегодня сулят звезды? А также, так как мы весь прошлый год собирали для вас приметы на каждый день, и чтобы не повторяться, вы можете посмотреть приметы на этот день по ссылке в описании или по подсказке в углу экрана. Овны. Очень важно в этот день заняться срочными и неотложными делами. Вы будете очень загружены, но окончание вечера будет очень приятным. Вас ждет сюрприз. Тельцы, день очень благоприятен. Вы сможете проявить свои профессиональные навыки и своим умом поразите многих. Коллеги захотят с вами подружиться. Близнецы, день в профессиональном плане очень удачный. Можете смело идти к начальству и просить повышения. Вас ждет успех. Также вас ждет приятное знакомство или же долгожданная встреча. Раки, в этот день не следует начинать новых дел, вам нужно разобраться со старыми. Также важно улучшить ваше материальное положение, в будущем вас ждут огромные траты. Львы, в этот день будьте очень осторожны и внимательны в общении с незнакомыми людьми. Доверьтесь своей интуиции и будьте уверены, она вас не подведет. Также уделите время близким, им не хватает вашего внимания. Девы, главное не изменять себе. Если вы уверены в своих принципах, то смело доказывайте свою позицию. Но не доводите дело до серьезного конфликта. Иногда люди слишком упрямые, и не нужно тратить на них свое время. Весы, день обещает быть очень активным и продуктивным. Вам понадобится много сил, поэтому обратите внимание на свое здоровье, дабы не было неприятных последствий. Скорпионы, сегодня вас ждут некоторые проблемы на работе. Возможен серьезный конфликт с начальством или коллегами. Ваше здоровье заметно пошатнется. Нужно обратиться к врачу. Стрельцы, сегодня вас ждет приятный день в компании хороших и, главное, нужных людей. Вы сможете наладить отличные контакты, которые позже принесут вам много пользы. Козероги, сегодня ваша вера в ваши принципы и жизненные убеждения пошатнется. Вы окажетесь на распутье, но верное решение вам подскажет совсем неожиданный для вас человек. Водолеи, день располагает к материализации того позитивного, что наметилось в предыдущие дни недели. Ваша предусмотрительность и смелость решений увеличат шансы на успех. Жизненный потенциал постепенно начнет возрастать. Рыбы, вас ждет интересный опыт в новом для вас направлении. Не бойтесь перемен и чего-то нового. Вы можете преуспеть и получить неплохую прибыль. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.